Привет всем! Хотела бы рассказать пару слов об американском факультете Лингвистического университета Нижнего Новгорода. Поступая сюда, вы бросаете вызов себе и своим привычкам. Это как своеобразное испытание на прочность. Сможете ли вы правильно распределять время, расставлять приоритеты, успевать делать все и при этом жить? Иногда будет казаться, что не совсем, потому что огромное количество домашнего задания ежедневного будет заваливать вас, но я считаю, что с этим можно легко справиться, если уметь распределять правильно время. И от этого будете получать только веселье и удовольствие, потому что вместе с ежедневной, кропотливой и усердной работой вас ждет также и много веселья и клевых занятий. А также одним из плюсов этого факультета является то, что мы разговариваем на английском языке 3 часа в день, то есть во время всех пар. И к концу года вы не успеете оглянуться, как забудете русский язык. И выражать свои мысли и свое мнение будет намного проще на английском. Также лично для меня главным испытанием был тайм-менеджмент. Потому что нагрузка из полугодия в полугодие возрастала, и сложно было успевать все так, чтобы хорошо учиться. Но я считаю, что все это преодолимо, и даже несмотря на такое сложное испытание, как тайм-менеджмент и распределение важных для вас предметов, все это стоит того, чтобы поступить на американский факультет